Надежда Кузьминична, мы хотим вас поздравить. Вы стали победителем нашего конкурса «Вот это урожай», и мы хотим вручить вам сертификат. Огромный баклажан и богатый урожай Надежды Кузьминичной не оставил равнодушными зрителей. Подписчики нашей группы в социальной сети ВКонтакте посчитали, что труды женщины на грядках достойны внимания. И именно она должна победить в конкурсе. Всего за нее проголосовал 551 человек, и таким образом дачница получила от нашей редакции сертификат магазина одежды и обуви. Как отметила сама Надежда Кузьминична, победа для нее стала неожиданной. Сильно переживала, смотрела. Не ожидала. Моя дача красивая тоже победила. Спасибо тем, кто в нас верил, за нас голосовали. Мы еще чем-нибудь порадуем в следующем году. А невероятных размеров и форм овощи Валентины Левичевой поразили сотрудников нашего телеканала. Круглые кабачки, огромный вилок капусты, свекла весом более 3 килограмм, и это лишь часть богатого урожая дачницы. Именно поэтому после долгих обсуждений вторую победу было решено отдать именно ей. Женщина получила сертификат от магазина, специализирующегося на продуктах пчеловодства. Я рада, конечно. Хорошее впечатление. Спасибо всем большое, кто за меня голосовал. Ну, как бы я где-то в душе все равно надеялась. Ну, конечно, что что-то интересное получится. Я обязательно буду принимать участие. Будем посмотреть в следующем году, что нам год грядущий даст. Радостью дачниц от того, что их заслуги на грядках были оценены, и от приятных подарков, мы завершаем конкурс. И напоминаем, проект «Вот это урожай» реализуется нашей телекомпанией с 2018 года. За это время участниками стали десятки горожан, которые неравнодушны к садоводству. Юлия Оленикова, Вячеслав Морозов, Кристина Кущ, телекомпания «Канск», 5-й канал.